Всем здорово! Сегодня в видео будет противостояние выносливых боев. Их будет 8 штук. Из 1, 2, 3, 4 сезона. Погнали! Первая битва. Я их на рандом буду брать. Ау. Какие тут противники? Это Пегас и Фафнир. Пегас. Делайте ставки. Я уверен, что победит. Не знаю, кто победит. Но думаю, что Пегас. Он уже из 4-го. Хотя Пегас раскрыл крылья. Это значит, что он разобрался. На один. Ну, в смысле, одну очку. На один, да. На один. Следующий бой. Играем до двух. Погнали. Пегас. А я пока выберу следующую пару. Это интересно. И Пегас побеждает. Да, Фафнир идет домой, так скажем. Пегас. Дальше. Визард Фафнир, Рагнарёк. Тоже все понятно. Победит Фафнир. Или Рагнарёк. Пишите свое мнение в комментариях. Так. Да что такое? Во. Вот это я понимаю. Во. Ну ладно. Удар был мощный. Уж не мог разлететься. Но он не разлетелся, и это хорошо. И Фафнир одолевает. Следующий бой. В общую руку сейчас запущу. По-моему, да. Нет. Рукой запускать плохая идея. 1-1. Так, что это такое? Рагнарёк. Пытается победить Рагнарёк, но у него не очень-то и получается. Хотя Фафнир теряет выносливость. Но нет, конечно же, нет. Конечно же, Фафнир. Дальше будет бой 4 и 3 сезона. Дракон. Да, дракон как бы потокующий, но я решил, что он будет выносливым. Потому что у меня... Нет, еще одного выносливого. Вот так. Разлетелся. Первый взрыв, кстати. Последние бойцы. Фафнир и Зидрон. Тут тоже все понятно. Победит, конечно же, Зидрон. Кто победит, Фафнир и Зидрон? Ставки. Все бои. То есть, мне не нужно понимать. Ставите. Пишите время и кто победит. То есть, и посмотрите, кто. Ну, типа, работает или нет. Ну, тут все понятно, все очевидно. Второй бой даже можно и не проводить, но я проведу, потому что все было честно.
станет еще мощнее. Так. Вот. Ну ладно. Здесь победит, скорее всего. Ну, всем понятно, что победит он. Ну, вы знаете, кто. Вдруг кто не понимает, кто победит, и я не хочу ему спойлерить. Вот. Теперь у нас остались два боя из третьего и два боя из четвертого. Думаю, из третьего сезона сразим и из четвертого. То есть вместе их. Главное. Геркулес. Нет, не Геркулес. Лизард Фафнир против Пегаса. Лизард Фафнир. Пегас. Победи тут, конечно же, Пегас, или что? Или Фафнир. Пегас может сражаться на равных с Фафниром, но не в этом случае. Фафнир. Почти взорвался Пегас. И последний бой. Сейчас сильно запущу Фафнир. А, кстати, до 3 очков. Да. Вот. До 3 очков, поэтому... Повторение первого боя. Нет, не повторение первого боя. Слушайте. Фафнир взорвал Пегас. И это уважение мое. Почтение, мое уважение Фафниру. Хорошо. Пегаса взорвали вообще. Дальше. Фафнир против Геркулеса. Тоже победит. Жадный дракон или герой греческой мифологии. Не знаю. Кстати, у Фафнира Гайста, кто не заметил, было кольцо вот этого самого. Да. От генетика Сатомба. Или край Сатана. Или его. Короче, который был у Сиска Карлайл. Циска Карлайл. Меня поняли. Геркулес. 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 И здесь победит, я думаю, тоже Геркулес. Хотя кто знает, ну Фафнир сейчас проявит себя и вообще взорвет Геркулеса 2 раза подряд. Хотя я думаю, такого не произойдет. Но хотелось бы увидеть в конце, в финале двух Фафниров из 3-го и 4-го. Но, увы, не судьба. Геркулес 2-0. Кто знает. И здесь победит, не знаю кто, но кто-то должен победить 100%. Я пока готовлю следующего бойца, а именно Визарда против Геркулес. Ну, потому что, ну, понятно, Геркулес более вынослив, чем Фафнир. Хотя, люблю Фафнира. Вот так, да. И здесь победит. Фафнир вроде бы. Вроде Фафнир, не знаю.
Он типа вот так вот съел. Ну окей. 2-1. Всех меня удивляет. Геркулес пошел в атаку. Первый атаки от Геркулеса. Ну тут уже все. Тут повторение первого и второго боя. Опять же готовлю фниры. Ну, тут победит Геркулес. То есть, в прошлом бою Фафниру, честно говоря, очень повезло. Очень. То есть, хотя, возможно, можно Фафниром победить. Я думаю, что можно, но много тренировок. Ну да, как я думал. Геркулес сейчас перегружит Фафнир. Да, Геркулес победил. И он уходит от нас. К сожалению. Последний бой. Финал! 3 очков. Так. Не думал, что видео будет таким длинным. Давайте сыграем до 2 очков. Потому что, ну, слишком долгое видео. Хотя можно этот, не знаю, попробую сейчас взорвать Фафнира. Геркулес. Ну, потому что Геркулес менее вынослив, чем Фафнир. Экзарт который. Ну же. Ну же. Ну, проиграйте, ну, хоть кто-нибудь. Фафнир. Ну, как я и говорил. Еще бой. Не смог взорвать. Но Фафнир еще держится. Не держится. Ну, разобрался. На 2. А, нет, на 1. Ну, ладно. А, на последний бой. И будем заканчивать, думаю. Нужно как-то превью хорошее сделать. Не знаю как. То есть нужно всех, наверное, выставить, чтобы вы не знали, кто победит. Типа, вдруг бы Фафнира взорвал кто-нибудь. Визарда, который. Или Геркулес бы не дошел, а сражался бы с Фафниром в начале. То есть, типа так. Дошел бы до финала Гаист. Который бы, возможно, взорвал Визарда. То есть вот так. Ну, а сейчас я их всех возьму в одну охапку и поставлю их. Фафнир. Все, погнали. Сейчас расставлюсь. Как бы это все красивушно. Тут вот так, наверное, как-то. Вот так. Тут вот сюда. Вот так вот. Фафнирчик. Вот. И Пегасов. Вот так вот будет замечательно. Вот так. О, как замечательно. Вот так. Изумительно. Замечательно. Вот так вот. И на вот такой ноте мы заканчиваем данное видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Новые видео будут выходить, не знаю, часто, не часто, потому что, ну, в зависимости от ситуации. Ну, всем пока. Всем пока. Да. Я люблю повторяться. Нет. Всем пока.